З англійської – тост – шматочок підсмаженого хліба. Українською – тост – весела промова під час застілля. І ці слова не просто омоніми. Справа в тому, що культура тостів прийшла до нас саме з Британії. А там, перед розпиванням вина, у келих спочатку занурювали хлібець, аби благородний напій увібрав у себе запах свіжої випічки. І лише згодом, перед тим, як піднести бокал до вуст, почали ще й промовляти побажання. Я сьогодні згадав про це не безпідставно. Закінчився конкурс від наших добрих друзів – радіо «Ретро FM» та їх партнера – мережі магазинів «Поляна». Учасники мали напередодні і після новорічних свят надсилати свої оригінальні і ексклюзивні тости, звісно, авторські. Ми зараз дізнаємось, як проходила акція, хто виграв і, може, щось собі занотуємо до наступного святкування. Зустрічайте Євген Кременський, директор радіогрупи «Український медіахолдинг» та Анатолій Бабенко – директор мережі виномаркетів «Поляна». Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Праздники, вечер, наверное, уже. Праздники потихоньку проходят, но у нас еще впереди крещение. Ну и, безусловно, наверное, в первый мой вопрос, как родилась эта идея провести такой конкурс тостов? Я так понимаю, как родоначальник идеи выступаю я в данной ситуации. Идея возникла, ну, в принципе, достаточно просто, потому что такого плотного скопления праздника, начиная с Дня Святого Николая, Новый год, Рождество, ну, наверное, это пиковый такой момент, и наши жители, они готовятся к этому событию, к Новому году. Поэтому появилась такая идея объединить все три праздника в одно мероприятие и растянуть празднование, грубо говоря, на целый месяц. 15-го числа, то есть сегодня фактически мы должны в полночь завершить подсчет голосов, определить главного победителя этой гонки, скажем так, потому что было три этапа. Был Новый год, то есть 30 декабря в канун Нового года, прямо напередодне, так бы мог, был первый розыгрыш, когда мы определили первых трех номинантов. То есть сертификат на 500 рублей, сертификат 250 и 100, соответственно, три первых приза получили люди 30 числа, прямо перед Новым годом. Я так понимаю, они сразу же, Анатолий не даст соврать, там же, собственно, его, да, использовали. Сразу же, немедленно, люди очень обрадовались, потому как выиграть сертификат — это лучше, чем выиграть сам товар. Люди можно потратить, выбрали, да, именно на то, что им хотелось. Вот смотрите, вообще культура питья, да, не зря говорят, что если без тоста — это банальная пьянка, а вот тост — это уже мероприятие, это общение с людьми. Сразу вспоминается «Кавказская пленница», там длинные тосты, особенности национальной охоты, рыбалки, там очень короткие, краткие тосты. Итак, чем порадовали днепропетровчане в этом году? Вот интересно, что два этих нюанса вы вспомнили. У нас с материала, который был собран с первого этапа, было изготовлено 7 аудиороликов, которые крутились в эфире на протяжении вот последующих двух этапов. И в самом создании ролика как раз используются два фрагмента из этих вами упомянутых. То есть был емкий тост. Ну, да. Был вариант на троих собрать, ну, как бы, да, тост этот, который и был... помедленнее я записываю. Будет... Да, вы, наверное, слышали этот. Нет, не слышал, но я, в принципе, очень люблю эти фильмы, поэтому... Вот. А дальше было очень просто. Мы начитали, то есть зачитали люди своими голосами, абсолютно, ну, естественными, это не актеры начитывали эти тосты, начитали те строчки. Я вам скажу, что в 90-х случаях из 100 это были именно литературные. Мы очень поразились обилием творческого потенциала у жителей нашего города. Это большое число именно как бы рифмованных строчек. То есть это не проза, а... Это не проза, это стихи. Стихи. Может, легче так, я не знаю, но стихов было очень много. На сайте retro.fm.dpm можно их до сих пор смотреть. И я вам еще раз повторю, что до полуночи можно еще дописать. Вот, пожалуйста, то есть... Есть еще время. Есть еще время. И я вам сразу скажу, что еще не определен первый победитель, который получит сертификат 1000 гривен и продукцию виномаркета. Он на эту 1000 гривен может сразу же там, собственно, и... Ну, хочется очень примеров. Если время есть, я слышу, там мои уже коллеги начинают потихоньку писать. В принципе, у нас очень много тостующих на 9 канале. Но хотелось бы услышать несколько именно ярких тостов от... Ну, мы бы выборку небольшую такую сделали, то есть даже трудно определить, кто из них, то есть мы сугубо это доверили просто плюсику-минусу в голосовании, то есть вот какое количество голосов отдано
по сути дела, пользователями интернета, которые заходили на эту страничку. Вот, поэтому... Ну, давайте от слов к делу. Да, и были очень лаконичны. Например, «Поляна дарит радость всем, о чем трубит ретро-ФМ. Не упусти веселье час, зайти в поляну прямо сейчас». Ну, то есть, такое... Четко, понятно... И коротко. Да, были, я так понимаю, тут автор это уже достаточно взрослый какой-то следующий. Видно, что тут какой-то корпоративный дух. «Мы дружно коллективу поляну накрывали и праздники, и пятницы обычные отмечали. Но скоро Новый год, и за столом опять, да только вот кругу семьи придется отмечать. Советую любому, кто праздновать собрался, настроиться на лучшее. И чтоб он не терялся, пускай в поляну сходит, и там с ретро-ФМ подарков хватит разных определенно всем». Ну, то бишь, достаточно позитивные, радостные такие слова, словосочетания, которые, в принципе, как бы и должны нести, я так понимаю, радость и позитив. Давайте, наверное, поговорим, то есть конкурс еще продолжается, безусловно, да, ну, наступит 12 часов ночи. Итак, вы уже, наверное, с какими-то, после того, как подведете итоги, с какими-то новыми идеями, у нас и День влюбленных, и 23 февраля, и 8 марта, а потом майские, и пошло. То есть какие идеи планируете вдохновлять в жизнь? По идеям поляны, это, собственно, к поляне, по идеям украинского медиахолдинга у нас сейчас разрабатываются параллельно сразу три акции. По сути дела, у нас очень разноплановые станции, это и авторадио, и наше радио, которое мы были в гостях как раз с этой тематикой у вас. Вот, то есть это будет как раз захвачено даже не декада, вот тоже опять же месяц от 8 февраля до 8 марта, грубо говоря. Так, то есть может сдвиг с 14 февраля, собственно, с Дня Святого Валентина. Классический мужской 8-мартовский день, это 23 февраля. Вот. Ну и финал, наверное, такой будет 8 марта, когда, собственно, должна быть квинтэссенция всего этого происходящего. Скажите, а вот сами вы участвовали в этом конкурсе, сами решили бы написать какую-нибудь такую вот интересную во-первых, вещь? По условиям работники УМХА не имеют права участвовать. Да. Ну, то есть, но тем не менее, насколько я смотрел по фамилиям, по именам, там проскакивали имена представителей СМИ. То есть наши коллеги где-то участвовали. Да. Сколько участников вообще на сегодняшний день уже зарегистрировано? И планируете ли вы это мероприятие как-то вот из года в год где-то удосконаливать? Ну, назовем так. Если есть заинтересованность финансовая, то человек вот сейчас услышав, и через год будет готовиться. То есть в течение года можно писать. Ну, я бы не назвал это финал, хотя, с другой стороны, это стоит денег, как бы. Безусловно. Тут даже чтобы больше... потом в хорошей компании сесть и выпить бокал хорошего вина. Я вам скажу, что да, мы, естественно, на этом не остановимся. Будет развитие такой тематики и дальше. И... Я не знаю, как Поляна с нами будет дальше. Поляна продолжить. Будет сотрудничать, потому как, я уже говорил Евгению, да, просто прийти купить, вы можете в любой день, да, прийти купить к нам качественные напитки, получить качественную консультацию с сомелье, вы можете как бы каждый день. А вот такое мероприятие, когда люди творчески выражают себя, да, и получают за это призы, и получают за это качество и обслуживание, ну, мы будем стараться вновь сделать подобные акции, мероприятия, да. Это интересно, это весело. Анатолий, на ваш взгляд, насколько развита культура питья на Украине, в Украине, на Днепропетровщине в целом? Вы знаете, вот последние 3 года, да, сколько я работаю в данной компании, она развивается очень стремительно. Сейчас, что очень радует, многие люди, уезжая в Европу, да, получают оттуда какую-то информацию, они видят, как это должно быть, что это им показывают, что это интересно, да, интересно пить культурно. Поэтому сейчас она очень стремительно развивается. Конечно, еще на настоящем этапе развитие довольно слабое, да, по сравнению с Европой, но, тем не менее, радуют темпы развития. Очень радует. Наверное, в завершении нашего общения давайте какой-нибудь вот такой вот тост емкий, который подведет определенные итоги. Есть у нас? Я так понимаю, надо опять с подстрочника смотреть. Ну, конечно. Почему у нас, кстати, чашка стоит? Давайте обыграем эту ситуацию. Что на ней изображено? Понятно, Дедушка Мороз. С одной стороны, тут веселая новогодняя такая шаржевая картинка. С другой стороны, это промо-продукция ретро-ФМ.
Грубо говоря, логотип шарики, ничего такого изысканного, сверх такого непонятного людям. Просто должна, это памятная чашечка, которую получает и получал каждый призер. И скажет, то есть на сегодня таких призеров получается, если считать завтрашнего, когда завтра, послезавтра мы уже окончательно озвучим последнего победителя тысячного, вот этого нашего тысячника. Да. Вот, всего их получается, если 3-3-3 плюс 1, это 10 человек. 10 чашечек вот таких получили люди, которые вот как-то так вот на память себе. Я благодарю вас, что вы оказались у нас в студии. Искать слова? Да, давайте, давайте, давайте. Давайте как бы перед финалом совсем маленьким, смешной достаточно тостик. Мы его даже определили и поощрительным призом отметили. Для мужа, для Степана под ретро-ФМ накрыла поляну и вышел Эдем. Не нужно баяна, прекрасно и так, под радио с водкой станцуем гопак. Желаю и вам таких же полян, пусть будет покрепче в гостиной диван. Отличные слова. И на этой оптимистической ноте я с вами прощаюсь. Берегите себя и желаю удачи всем вашим участникам. Спасибо. И обязательно победителям. Дякую нашим гостям. Сподіваюсь, від них таких же веселих акцій і надалі. А ми рухаємось далі.